Украшать Ангарск к Новому году начали еще в первых числах декабря. Свою лепту в праздничное оформление города внесли коммерческие организации и предприятия. Ежегодно они принимают участие в конкурсе на лучшее оформление. В 2020 году в администрацию округа поступило 80 заявок. Комиссия учитывала оформление входных групп. Приветствовалось наличие гирлянд, снежных фигур и даже живых елей. Фишкой этого сезона было наличие стилизованной фотозоны в новогодней тематике. Смотрим, что люди приходят, фотографируются. Ну, решили поучаствовать в конкурсе. Вот, не ожидали, но, как говорится, нам повезло. Очень рады. Из множества претендентов члены комиссии определили 5 лучших организаций. Они получили памятные призы и дипломы.